Отличное здание, но несмотря на то, что это довольно большое было, единственное, что вызывает серьезное сомнение, это заявление английских служб. По-моему, один из представителей, а потом уже это прошло через английскую прессу, высказывал сомнение. Что-то, наверное, произошло. С одной стороны. А с другой стороны, Березовский вспоминает, после того, как Падре погиб, что в последнее время, последние дни он жаловался, что у него беспокоит сердце. Это большая потеря для Грузии. Большая потеря. Это был очень нужный человек для Грузии. У него была интересная еще программа. Если бы он стал президентом, я не знаю, напечатали. Если он стал бы президентом, решил бы вопросы, которые не решаются годами. Поэтому я считаю, что это действительно большая потеря. Большая потеря. Он будет платить деньги, и приличные деньги. За второе еще больше, за третье еще больше. Там для чего, наверное?